чтобы вернуть украденное, существует несколько ритуалов. Первый. Для проведения этого ритуала вам понадобится 7 ножей. Разложите их на столе таким образом, чтобы лезвия каждого из них указывали в разные стороны. Затем вам следует произнести следующие магические слова. Как на море, на реке, в кованом сундуке, 7 ножей булатных, 7 стражей побратных. Тот сундук открываю, те ножи вынимаю, в дело их направляю. Пойдите вы, ножи, к такому и сякому, к тому, кто зло совершил, на мое добро руки наложил. Рубите его вдоль и поперек, чтоб по кражу воротил, ничего не утаил. Слово мое верно, дело мое быстро, все заговорено, все исполнено. Если заговор выполнен правильно, то вор вернет украденное. Следующий заговор. Если вы не смогли все-таки уберечь свой дом от того, что у вас что-то там взяли, проведите еще один ритуал. Возьмите свечу, зажгите ее и, рассекая пламя тупым ножом, скажите: «Кто украл? Кто мое взял? Во сне приди, нож забери, не то я изрублю твою душу, как рубит мясник свиную тушу. Аминь». После положите нож под подушку и ни с кем до утра не разговаривайте. Уже ночью вы увидите сон, в котором сможете узнать вора, что позволит в короткие сроки найти его. Есть еще один обряд. Возьмите соль и обсыпьте ею то место, где находилась ваша украденная вещь, и скажите такой заговор. «Сыплю соль вору на глаза, на его грешные телеса, на его злое сердце, стань сердце как тесто, вернись, моя вещь, на место, ключ, замок, язык, аминь, аминь, аминь». Для следующего ритуала необходимо зеркало, которая обладает способностью запоминать происходящие события. Это позволит найти негодяя и вернуть вещи. Для этого смотрите в зеркало и 12 раз повторите такие слова. «Если вор мою вещь мне добром не вернет, пусть мой двойник его в могилу сведет. Аминь». Всем добра!